Да. А в Сурхандаринской области прошло открытие первой школы мастерства конного спорта при Национальной гвардии. Порода карабаир – это гордость и неотъемлемая часть национального наследия. И на Национальную гвардию возложена работа по разведению карабаирских лошадей, привлечению молодежи к конному спорту, дальнейшему его развитию. Особую роль в этом плане сыграет открытая впервые в стране школа конного мастерства при Национальной гвардии в Сурхандаринской области. Ее запуск станет пилотной моделью и для других регионов. Церемония открытия школы началась с пресс-конференции участников, а это представители Нацгвардии, администрации области и СМИ проинформировали о проделанной в короткие сроки работе, о деятельности и планах на будущее, а также формировании структуры школы. На сегодняшний день в школу, которая, кстати, станет одним из туристических объектов, привлечены 50 тренеров и сотрудников. Участники событий отмечали, что до неузнаваемости преобразился и ипподром в Термесском районе. Мероприятие продолжилось скачками, в которых приняли участие около 400 всадников и военнослужащих области. Внимание гостей привлекли такие национальные виды спорта, как борьба на лошадях и улок кубкаря. На скачках принял участие сборной Южного оперативного командования. Занял первое место на единоборствах в борьбе на лошаде. Это огромная мотивация и адреналин. С открытием школы конного мастерства в Сурхандаре, я думаю, желающих попробовать свои способности станет намного больше. На показательных выступлениях свое мастерство показали также спортсмены областной федерации стрельбы из лука. С отдельными номерами выступили военнослужащие. А по итогам победители и лучшие наездники получили памятные подарки от организаторов.